Всем привет! Сегодня хотел поговорить с вами о таком проекте, как Xtock. Xtock — это новая бесплатная децентрализованная биржа без каких-либо сборов для покупателя или продавцов. Xtock усилит индустрию DEX, предлагая мгновенный, надежный, безопасный процесс обмена токенами через их контракт Xtock Smart. Xtock был разработан, чтобы заполнить пробел в децентрализованной торговой отрасли и искоренить сборы из уравнивания в интересах как трейдеров, так и разработчиков. Сейчас мы можем посмотреть, как будет выглядеть их биржа. Вот уже так она сделана. Можно использовать MetaMask. Проблемы, с которыми сталкиваются централизованные обмены, включают, но не ограничиваются, высокими тарифами, проблемами с безопасностью, деньги, хранящиеся на счетах администратора, серьезный риск стать жертвой хакеров и проблемы, с которыми сталкивается индустрия DEX, но не ограничиваются высокие пошлины, недостаток поддержки и клиентов. Xtock решает все эти проблемы, предоставляет децентрализованные обмены. С DEX вы держите свои средства. Решения DEX от Xtock обеспечивают полную безопасность благодаря их контракту Xtock Smart. Вы владеете своими средствами, и они остаются в безопасности и безопасности в вашем кошельке. Эксклюзивный контракт Xtock от Xtock безопасно и мгновенно осуществляет сделки без каких-либо сборов. Xtock не делает комиссионных с ваших профессий, и ваши средства никогда не находятся в любом месте, а только находятся в ваших кошельках и принадлежат вам. На данном этапе компания проводит свое ICO. Дата начала продаж с 27 июня по 21 июля. Всего у них 1 миллиард токенов, но на продажу выставлено 500 миллионов токенов. Хардкап составляет 500 эфиров и софткап составляет 50 эфиров. Цена токена 0,0001 эфира. Далее мы видим, как будут распределены средства. 50%, точнее, как распределены токены. 50% пойдут на продажу, 5% airdrop, 5% bounty программа, 16% пойдет команде и адвисерам, и 24% будут резервированы. Далее, как будут распределены средства, 63% это пойдет на маркетинг и рекламу платформы самой биржи, 12% будут зарезервированы для покрытия общих административных и судебных издержек, и 25% будет выделено на будущее развитие платформы биржи. Далее мы видим команду проекта. На сайте почти нет информации о команде, но у них есть ссылочка на LinkedIn, где вы можете при нажатии на того, о ком хотите узнать, нажимаете и переходите на LinkedIn, где вы сможете более детально ознакомиться с ними и понять, чем они занимались и чем они известны. Также и советники компании. Далее, вопросы на ответы идут. Здесь мы можем посмотреть дорожную карту проекта. Дорожная карта проекта составлена до почти конца 2018 года. Сейчас, как я и говорил, идет продажа. Она закончится в июле. Уже в конце июля токен XTO будет добавлен к основным биржам. Далее, в августе уже
Биржа будет доступна на Android и iOS. И далее дальнейшее развитие и расширение. Если вас заинтересовал данный проект, в описании к видео я оставлю ссылку на их сайт, также телеграм-канал, где вы сможете задавать свои вопросы, и, конечно же, на White Paper, где вы можете почитать и более детально изучить проект. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!